Куда я лечу? Где я буду жить? Я буду понимать местных людей? Сколько ошибок я сделаю? Наверняка тысячи вопросов были в голове у Кари, моего финского друга, который летел в Киев на интенсивный курс русского языка. Сейчас мы увидим, как проходил курс, где мы были, что мы делали, конечно же, финальные тесты, которые Кари сдавал в конце интенсивного курса. Посмотрим. Привет! Мы приехали в Пирогово. И я хочу узнать, как Кари думает, что это за музей, что он там увидит. Всем привет! Я считаю, что это музей этнографический. И тоже исторически я читал, что там много старых деревянных домов. Многие из них привезли из разных частей Украины. Ну вот, Google испортил весь сюрприз. Я хотела, чтобы Кари не знал, что он будет смотреть. Но, как всегда, Google, привет, Google! Тук-тук-тук! Сейчас мы попробуем пирожки с волшебной печкой. Что нам печка приготовила? Свежие вкусные пирожки с творогом. Сейчас мы заходим на Закарпатье. Здесь жили пчелы. Интересно, здесь есть мед? Нет, здесь есть Кари, который съел весь мед. На выходе из школы стояли розги. Они были для тех, кто путает падежи и окончания. Да, Кари? Били розгами не только те, которые путают падежа, но тоже те, которые путают приставки глаголов движения, совершенные и несовершенные виды. Так что я очень испугался и сейчас боюсь. А сейчас мы идем в Киево-Печерскую лавру. И что ты думаешь там будет? Кари, ты устал? Ну, пожалуйста, скажи, что ты устал. Мы прошли 8 километров всего. Ну вот мы в Межигорье. Я и... Кари. Кари из Финляндии. Да, и посмотрим, как Финн проведет этот день в Украине. Не будет ли ему очень жарко? Ну, мне кажется, что не будет. У меня же это прекрасная футболка. Кстати, это же чемпионат по хоккею, и потому... что это написано? 59-58. Кари играет в гольф моей селфи-палкой. Итак, внимание на табличку. А на табличке написано: по газонам не ходить. Горчица, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Рябчиков, жуй. День последний, идет твой буржуй. Я уже давно слышал, что в Украине очень вкусное мороженое. Я рад сам пробовать. Потому что это лучше, чем только читать на интернете. И это правда.
во время зимней или финляндской войны в этой довольно северной части, которая и самая узкая в Финляндии. Советская армия старалась отрезать Финляндию на две части. Советская армия хотела опередить из границы до города Оулу, который находится на Ботнический залив. Не получилось. Кари, ну что, ты готов к тесту? Да. Итак, сейчас будет тест. Два на одного. Два учителя против одного ученика. Итак, задание. Мы будем говорить одно предложение с глаголом движения, а ты будешь говорить противоположное. Итак, поехали. Поехали. Уже молодец. Итак, Ира, давай. Первое предложение. Я приезжаю на работу вовремя. Я уезжаю с работы вовремя. Молодец. Поздно. Не вовремя. Вовремя. Так, следующее. Я отошла от церкви. Я дошел до церкви. Я пошел домой. Я вышел из дома. Да. Собака убежала от меня. Собака подбежала ко мне. Я подошел к магазину. Я отошел из магазина. Предлог. Из магазина. Аист вылетел из гнезда. Аист влетел в гнездо. Я приехал домой. Я уехал. Ой, я одно забыл. Можно. С концерта. На концерт. Из школы. В школу. Браво. Молодец.